Класс. Сегодня опять на траве роса. И такое здоровское утро. Приятно, когда так день начинается. Да. Кстати, еще одна мотивация для того, чтобы заняться бегом. По утрам, когда ты встречаешь толстых парней и девчонок с сигаретой в зубах. Да. Ладно, привет, привет, бежим. Если ты смотришь этот видеоподкаст, значит, ты, как и я, тоже частенько заходишь на YouTube, чтобы найти интересные видео людей, которые разделяют твои увлечения. А увлечение у нас с тобой, да, бег. Бег по пересеченной местности, трейл-раннинг, бег, вообще приключенческие пробеги где-то далеко от жилья, от города, в лесах, в полях. И всегда интересно узнать, сколько же людей разделяют твое увлечение, скольким людям нравится делать то же, что нравится и тебе. Да, захожу в статистику посещений своего канала на YouTube и смотрю. Вот столько-то людей посмотрели такой-то ролик, столько-то там такой, столько-то тысяч человек зашло в течение недели мне на канал. Да, цифры, они показательная вещь. И в принципе и в беге цифры тоже важны. Всегда очень важно знать критерии, по которым можно сравнить то, что ты делаешь. Допустим, я в классификации даже своего увлечения всегда, знаешь, задаю вопросы. Я часто у тебя спрашиваю, а вот наш сегодняшний бег, это что, кросс по пересеченной местности, или бег трусой, или трейл-раннинг? И если кросс по пересеченной местности еще как-то регламентирован, и можно найти какие-то правила и какие-то категории, наверное, сложности, еще что-то, то когда я говорю о трейл-раннинге, тут сплошные вопросы, вопросы, вопросы. Кто-то даже усомнится в моей классификации. Трейл-раннинг, а там же в составе идет горный бег. А где у тебя горы? В горы не бегаешь, значит, у тебя не трейл-раннинг. В общем, колюсь. Я нашел то, что более подходит на то, чем мы занимаемся. К сожалению, это все в англоязычном сегменте интернета. В русскоязычном я ничего подобного не нашел. Wild Runner Trail Gradient System. Да, система по определению сложности дикого бега. Вот то, что нам и нужно. Если мы возьмем наш ночной пробег в поля-леса, то он по этой системе классификации будет иметь уровень сложности Red 10A. О, куда я попал? Фу ты, прямо под самое, под шею растения. Какая-то крапива еще. Главное, чтобы это не жалящее было. Это растение, которое называется, как же оно называется, борщевик. Нет, вроде бы, пока остался жив. Кстати, об этом я узнал на блоге Яка. Да, новый у меня знакомый. И живет он далеко-далеко, на другом конце земли. Да, и у него блог называется «Экстремальный бег». Вот вроде бы и все о глобальных таких вопросах, которые сейчас я решаю. А у меня на сегодня все. Живи ярко. До следующей встречи. Пока-пока-пока.